В День семьи, любви и верности в культурно-деловом центре «Арктика» состоялся праздничный концерт. 14 семейных пар, которые прожили в мире и согласии более 25 лет, получили почетные медали за любовь и семейную верность. Награды вручили первый заместитель председателя собрания депутатов округа Анатолий Мяндин и заместитель главы администрации Ненецкого округа по социальным вопросам Галина Медведева. Чествование супружеских пар в культурно-деловом центре «Арктика» проходит на Ринмаре уже пятый год. За это время награду получили 270 семейных пар округа. Праздник семьи, любви и верности, наверное, хотя и самый молодой такой праздник, да, в нашей стране, но я считаю, что очень важный праздник именно тем, что благодаря этому празднику мы сегодня можем чествовать те семьи, которые прожили совместно многие годы, несколько десятков лет, причем прожили в согласии, в мире и в любви, воспитали хороших детей. Уже 39 лет живут в мире и согласии семья Усатовых. Познакомились Людмила и Николай в Мурманской области, в городе Апатиты, откуда родом Людмила. Во время военной службы Николай повстречал Людмилу, и между молодыми людьми возникли светлые чувства, которые они сохранили и спустя почти 4 десятилетия. Основой крепкого союза Усатовы считают любовь и взаимоуважение. Уступать друг другу, да, всегда, уступать, идти навстречу, понимать друг друга. Когда всегда как-то было взаимопонимание, мы всегда были всегда все вместе. Мы что бы ни делали, все вместе. Едем куда-то, все вместе. На снегоходе едем вместе, на лодке вместе, даже на рыбалку ездим вместе. По ягодам вместе. Да, по ягодам вместе, в баню вместе. Так что вот и самое главное – любовь. Главная задача праздника, которую перед собой поставили организаторы торжества, окружная, городская администрация и культурно-деловой центр «Арктика», заключается в том, чтобы этот праздник занял свое место в сознании народа, а особенно молодежи. Константин Канев, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».